Боже, только не открывай ящик. Раз. Просто это что сейчас было? Добрый день, дорогие друзья, с вами Некрос, добро пожаловать в Dead by Daylight. Я продолжаю играть в стиле ниндзя, иногда это получается очень круто, иногда не очень, на самом деле всегда по-разному. У меня даже один раз получилось, типа, ударить мана палеткой, потом быстренько залезть в шкаф бесшумно, а за маной играла свинка, короче. Точнее, маном была свинка. И в итоге она убежала, я открыл ворота. И ушел. Прикиньте, как игра у меня сложилась круто. О. Но, к сожалению, это было не на записи. Вот это очень жалко. Посмотрим, что сегодня будет. Хекс дисконнектор. Типа проклятие дисконнекта, да? А, это этот, Демогорган или Демогаргон. Я, честно говоря, не знаю, как правильно. Так. Вот эти гадости давайте сносить. Как видите, у меня фонарик, он тут жесткий. Да, как значит, как получилось? Я еще свинку фонариком ослепил. То есть я уронил палетку, оглушив ее. Ослепление, короче, фонариком я сделал. И сразу же, вот буквально в метре был шкафчик. Я быстренько в шкафчик забрался с помощью быстрого и тихого. Ну, скилла, который сейчас вот у меня как раз. И она не поняла, где я. И она типа убежала, а там ворота были. Ой. Вот так, такое мне не надо. Он меня видит или что? Что это за... Что это за эти самые гадости такие происходят? Не понял. А иногда наоборот не получается. Иногда маны попадаются хитрые, и их даже шкафчиком не ударить. Иногда шкафчики очень сильно подводят. Смотри. И все, и меня нет. Прикольно, да? Дед. На крюк надет. Такс. Ну, я думаю, там его есть кому спасать. Хотя он близко. Это удар сейчас был? Я понял. Они там заняты важным делом. А у него Хекс Руин. У него погибель. Мне вот интересно, если я, допустим, чиню геник, он потом ломается, мне же засчитывают светочка. По идее, засчитывают. Да, по идее, да. Сегодня вообще игра идет неожиданно. Я мана не видю вообще. Слушай, ну могу, знаешь, как сделать? Проверим его на наличие барбекюшки. Я сейчас буду чинить, и он за мной придет.
Он куда-то это телепортируется. Нифига себе, ну не так же, чувак, ты шо? Шо, шо такое? До свидульки. Я не понял. То есть я не мог, я не вижу, я не до конца разобрался в механике этого дела с этими порталами. Плохо дело, конечно. То есть эти порталы невидимые все-таки. А еще круто то, что если я не поп... Что, простите? Что, что? Не смей, дед. Но он и не знает, что я тут. Что он делает? Да? Дед! Подь сюда. А, у него этот угасающий свет. Слушай, только не открывай ящик. Раз. Просто это что сейчас было? Это вообще, это просто эпик. Это как должно было сложиться? Как должны были звезды сойтись? Надо спасать. Нет, не надо. Где он? Чё они там, чё у него за радиус там? А, всё, да? Так, я бегаю, и вот... А, мне нет смысла залезать в ящик, где он? Он как будто меня видит или что? Почему вот эти вот хрюканье? Окно хорошее очень. Не, пожалуй, я буду заводить этот геник. Ой, угасающий свет просто. А, но я нахожусь вне радиуса барбекю, если она у него есть вообще. И по поводу того, что стакаются две лампочки или нет, это еще хороший вопрос. Ой, в шкафу нашел, прикинь. О, луп. Это ж луп. Нет, плохая идея.
Фига понесся. Что-то я заблудился, по-моему. Отойди. А. Все, да? Сюда идет. Нет. Фу, плохой отстань от меня. Нормально. Это было вообще шикарно. Кстати, наверное, зря я в другую сторону-то повернул. Бежал бы так и дальше. Мне кажется, там всего много и... Всех, короче, эмблем там дофига будет. Тридцать одна тысяча. Ну да, нормально. Так, что тут у нас? Барбекюшка у него была. И от Майерса тут перки. Опа. Подсвечу тауру всех раненых выживших во время путешествия по изнанке. А, вон как. А я думаю, что он там это рычал-то на всех. Замедляет запечатывание порталов. Угу. А теперь сыграем за призрака. С обмотанным язычком колокола. Да, и всевидящим духом. Чтобы видеть, где заводят как. Чтобы ответить, где... Ой! Динь-динь! Динь-динь-динь! Динь-динь-динь! Опа! Вороны! Динь-динь-динь. Оп, застряла. Что такое? Не понял, где Клодетта? Что за ерунда? Сейчас Кейт выбежит.
Да ладно. Дин-дин-дин. Ты что, серьезно, что ли? Ну ладно, давай так. Давай еще так. А, они все вместе вылечились. Дин-дин-дин-дин-дин. Что-то тоже палетка, да? Нет? Нет. Что там? Неужели там осколок? Ай! Ну да, я же боюсь света. Ой, да ладно. Это то, о чем я думаю? Хорош. А может, ну ее? Да ладно. Есть? Что это? Что происходит? Нет. Но она хорошо вот это вот играет, кстати. Ее надо опасаться. Ой. Прикинь, не донесу сейчас. Кто-то был. Динг-динг-динг-динг-динг-динг. Не слышно же. А-а-а.
Нет. Хотя, может, там осколок. Ой, нифига. Они жестят. Нет. Что такое? Дюн-дюн-дюн-дюн-дюн-дюн-дюн! Что-то куда несу, непонятно. С вами мы еще не разговаривали. С вами мы еще не разговаривали. Я, кстати, могу не донести ее. Скорее всего, так и будет. Я слышу кого-то еще. А. Все. Слушайте, ну надо сказать. Играют они офигенно. Там чуть такое впечатление, что там пати играет. День. А, так и не слышно, потому что обмотанный язычок и дух, и всевидящий дух реально видит все. Куда, чего идти, какой геник заведен, какой не заведен, типа. Вообще шикарно. Жестко реально. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.